Всем доброе утро, ребят. Я такая довольная. Счастливая. Ну, лохматая. В общем, я договорилась, нашла мед. Но я в том году также покупала его. Такую ведерочку. Мы ездили, Лёшка меня возил. Мы забирали мед. Я в этом году написала. Они сказали, тоже продают. Ну и, в общем, я сказала, что мне тоже нужна ведерочка. И он сказал, хорошо, куда вам подвезти? Я говорю, в смысле, вы можете подвезти? Он говорит, да. Блин, я вообще такая счастливая, и все, мне мед привезли. 1400 отдала. Гречичный. Сейчас открою его, я открою, открою. Все, ребят, открыла, смотрите, целое ведро. 3 литра. Он такой вкусный. Кому надо, ребят, можете заказывать. Там меда много, он сказал. Смотрите, какое ведро полное. Зато я теперь с медом. Я кайфую, кайфую. Представьте, это я встану с утра. Ложечка меда и водичка. Это кайф. Кстати, очень вкусно. Но я в том году покупала, да, тоже гречишный. А потом еще я заказала один, и так я за ним не съездила, нам в другом месте мы взяли. Ну, это реально нереально вкусно. Вообще обалденно. Так что рекомендую, ребят, кому надо, я могу дать адрес, где можно заказать такой мед. Вкусненький. Теперь я сейчас сливаю безумно. Я с медом можно будет тортик спечь. Сейчас наберу мисочку себе, поставлю. Буду каждое утро пить с медом. Ай, класс. Как обычно, валялась. Что делать? Валялась? Потом чувствую, что нужно, думаю, пойти посуду хоть помыть. А то вдруг ноги сделает и убежит. У меня будет мало посуды. Пошла, начала мыть посуду. Музыка у меня стоит. Играет. Картошечки начистила, поставила. Кстати, не посолила. Сейчас посолю. И я буду готовить котлетки. Не упала банка соли, ой-ой-ой, напугалась, правда, ребят. Все, картошечку я посолила, сейчас у меня пюрешечка будет. Но в пюрешечку я добавлю лучок, потому что она такая вкусная. Вчера мы для вареников сделали картошку, боже, она такая вкусная была, обалдеть вообще. Я, короче, хочу лучок добавить сюда, в картошечку. Здесь у меня фарш куриный, картошечка чуть-чуть, хлеб замочила. И луковицу. Но мне кажется, что-то сейчас луковица будет, наверное, одна маловато. Сейчас я нарежу, посмотрю. Может, вторую почищу. Так что лучок я режу, режу. Режу, 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 режу я его. Таким ножиком своим блатным. Ну, мне с ним удобно. Кто с каким привыкает, тот с таким режет. Все, лучок мелко-мелко нарезаем и отправляем в фарш. Заодно я проверю, как нормально будет у меня. Или все-таки еще головочку достать. Проверю сейчас. Картошечка сейчас у меня скоро закипит. А детки у меня пошли в магазин. До сих пор нету. Что-то они давно гуляют. В общем, нам надо было кое-куда Света сходить. На районе у нас. И она не знает район. Степка пошел ее ложать. Показывать. Ну, мне кажется, заблудились. Дед гуляет. Ну, давно, правда, их нету. Не знаю, где они гуляют.
Может, Света пошла с Эмилем гулять, а Степка где-то бегает, гуляет. Мне ничего не сказали. В общем, они ушли вместе. Где шарится? Не знаю. Ну, давненько уже нет. Потому что я музыка у меня орёт. Во всю жаркость. Сколько охочешь, столько она орёт. Еще луковицы. Будет маловато лук. Просто видишь. Вот они, мои сладкие, пришли. Привет всем. Замерзший такой, замерз. У меня вон торчит волосы. Щечки холодные. У нас-то нет. У вас нет? Тепленькие. И что, и не нашли? Купили все. Нет, ну а Ермолина нашли-то? Да, нашли. А. Молодцы. Там так воняло. Где? Ермолина? Да. А что? Как будто колбаса протухла. Так может и протухла, кто его знает? И мы именно протухшую купили. Конечно. Я сейчас это, котлетки делаю. Видите, я даже встала и готовлю. Да. Да. У меня музыка орёт, знаешь как? Это вот только выключила. Да, все-таки котлетки Свет решила. Да. Решила котлетки сделать. Ой, мы так замерзли. Да я еще не представляю, я смотрю по времени, думаю, да господи, да где же они? Только что вспоминала. Нету, нету, думаю, тут что, украли что ли? Или чего там, не знаю. Да? Что, майонез все-таки взяли? Да, две штуки. Майонез порции! Ха-ха, наш любимый. Столько радости. Столько радости. Светлана сейчас мне холодными руками трогает. Было горячее. Было горячее, ага, это на улице холодно. Все, теперь перчик. Перчим, солим. И все, и мы будем сейчас котлетки жарить. Жарить котлетки. С пюрешкой, да, я же говорила только что, что картошкой начистила. Картошку начистила полную кастрюлю. Мне пересыпать некуда. Это Степкины кроссовки. Слушай, у меня тот казанок. Надо в него, наверное, пересыпать. Потому что вот реально мне сейчас неудобно будет толочь в ней. Правильно же, да, Свет? Угу. Смотри, неудобно же будет. Слушай, я смотрю, куда именно. Ну вот, если казанок перелить. Вы же перелите? Там воды же меньше будет. Рыбок покормить еще рано. 8 часов покормить. Еще нет. Еще рано. Тебе нужен удлинитель? Ты все равно на зарядке играть не будешь. Ставь сюда. Нет. Еще рано их кормить. Сейчас покажу, вот она закипать уже начинает вот сюда. Видите, полная прям. Она сейчас начнет кипеть и пойдет вся через верх. Я решила ее все-таки. А у меня такой же кастрюлька занята. Такая же. Занята. Решила я сюда перелить. Сюда на досочку поставлю. Вот, смотрите. Сюда вот переливаю, считай, почти полная. Сейчас я водички еще добавлю, чтобы она бульбулькала потом нормально в воде. Потому что мне надо, чтобы она полная прям была. А я включила или нет? А, да, включила. Я все занимаюсь котлетами и все отвлекаюсь от чего-то. И как бы мне ничего не забыть, да, ребят? Что тут хлебушек у меня размочен. Его в один замочен. Начинаю теперь хорошенько. Добавляю вот тут у меня фарш будет, смотрите, сколько. Ой, сыночка, знаешь, что мне надо? Яичко мне подай, пожалуйста. Одно? Да. Про яйцо забыла. А мне без разницы. Вот как резала, глаза не горят. Этот холодец делаешь? Какой холодец? А, это котлет. Не разбить его нужно. Возьми чеплашку какую-нибудь. Для нас лесенка. Ну, а яйца не разбирала. Да? Да.
Делька вчера тоже, ой, позавчера, когда на Хэллоуин тоже наряжалась, прикинь. Видео не смотрел? Нет. Ну сюда, сына, вылей мне яйцо. В этот? Да. Да, да, сюда, сюда мне. А я руки уже заморала и забыла. Спасибо. Скоро ты будешь котлеты такие бабахать, да? В смысле не знаю? Ты ж поваром хотел стать, не знаю. Уже передумал. Когда он говорит, я поваром буду, я говорю, пошли, будешь учиться готовить, я буду показывать, как. Не, не, я еще не готов. Я даже сегодня картошку добавила. Котлеты. Я уже 100 лет котлет не жарила. Уже не помню. Вот реально не помню, когда я жарила котлеты. И даже картошечку добавила чуть-чуть. Я вообще картошку никогда не добавляю. Я всегда хлебушек добавляю, чуть-чуть лучок и все. А сегодня что-то решила. Ну, последний раз я когда жарила, тоже добавляла. Не понравилось. Сестренка у меня, кстати, всегда добавляет. Мы с мамой 2 раза там. Чисто были, а за 1 рубль. Бонусы, потому что у нас были. Чупашки не убрала, досочку не убрала, руки уделала. Сейчас сначала руки помою, потом все поубираю и буду делить, потому что мне нужно тут складывать. Ты на соль пробуй так. Нормально. Все вымешалось, сейчас я поделю. Я его убирала, здесь осталось. Вот эта дусочка, которая нарисована на рисунке, я его, ее как бы хочу, всегда пытаюсь убрать. Потому что она это... Мне кажется, что досточка лежит. Сейчас раскладу, потом сформирую. И буду уже жарить, поставлю масло накаляться. Что так громко там у вас? Кино смотрите, что ли? Да. Сейчас я музыку врублю. Подождите, у меня только видеосъемка закончится. Что-то такое... Думала, что это у меня тут прям будет котлет море. Немножко. Как обычно. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16. Вообще нормально. Обычно 13, сегодня побольше еще. На несколько штук. О, сковородочку поставила. Масло созревало, у меня уже это... Картошка закипела. Сейчас как раз котлетки пожарю. И у меня будет все готово. Картошечку можно будет так очень. Прям хорошо я переливаю, ребят. Прям вообще мне нравится. И так она этот чугуночек прям полненький. Здесь налила водичку, чтобы котлетки сформировать. Водичка для того, чтобы мясо не перепало. Катя, там вареники так и никто не доел, да? Ну, целый день ничего не едят, вообще не понимаю. Сейчас вечером хоть накормлю. Вареники стоят, чашку, вот сколько осталось вчерашнего дня. Я поел чуть-чуть, все, никто не ел. Они с вечера поедят, и все, потом целый день хотят есть. У меня бурь стоит, а у меня бурь, конечно, нет. Потому что у меня не стал бурь есть. Потому что чипсы есть всякие, такая же женщина я. И лохматушку какой сидел, все разохматилось. Кто на меня смотрит, он думает, вы смотрите. Ну ладно, уже привык. Какая-то не была, блин, лохматая, не лохматая. Все, хватит, водичку такой не убираю, потому что я еще буду ручки вымачивать тут, чтобы меня не били никуда. Маслица накалится. Ну что-то у меня как будто маслица маловато налила. Опа! Чуть-чуть добавить надо, у меня то закончилось.
Сюда не могу масло открывать. Чуть-чуть добавила. Ну и все. Сейчас буду ждать, пока накалится. Все, у меня масло накалилось. Если на пакетик. Обычно я всегда в муке. Это обволакиваю котлетки. А Света мне попросила сделать сухаряк. Делаю. Ну, на пакетике я их тоже выложу, вот сухарики. Не проверяет. Котлетки. Там по домашнему какой-то фильм идет, сейчас пойду включу, посмотрим. Ну, ай, не высыпайся, на улице реально сегодня холодно. А Степка бедненький сегодня два раза на магазин бегал. Сначала с папой сходил. А потом с этой. Все, выложу, сейчас покажу, как они смотрятся. Здесь у меня вот картошечка кипит, а здесь котлетки жарятся. Вот так вот они выглядят. Сейчас хорошо поджарятся, я их переверну. Но я накрываю крышечкой, когда жарю. Вот котлеточки я переверну, вот так вот они выглядят. Жарятся, жарятся мои вкусняшки. В картошечку я добавила молочко чуть-чуть. И вот лук зажарила с маслом, потому что она вкусная такая, очень. Котлеточки тут я вот дожариваю. Крышка у меня готова, вот такая вот она. Ну, ребят, ну, они реально вкусные. Я уже попробовала с краешку, обалденная. Все, вот, ребят, котлетки мои готовы. Так что всем приятного аппетита. Сейчас мои детки пойдут все кушать. Картошечка пюре и котлеточки.